Тихонов Виктор Иванович, герой Советского Союза. Дата рождения 10 сентября 1911 года. Место рождения – город Москва. До войны работал на оружейном заводе в Туле. Одновременно учился на вечернем отделении механического техникума по холодной обработке металлов. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участвовал в обороне Таллина, Эстония. В октябре 1941 года, будучи старшим помощником на эскадренном миноносце «Стойки», участвовал в эвакуации войск с полуострова Ханка через минные поля под обстрелом береговых батарей противника. Эсминец своим огнем поддерживал защитников Ленинграда. В январе 1943 года назначен командиром отряда 4-го дивизиона бригады торпедных катеров Балтийского флота. 14 раз командовал боевыми выходами катеров на постановку минных заграждений. 2 октября 1944 года участвовал при высадке десанта на остров Даго, Эстония. В мае 1945 года обеспечил перевозку десантных войск 19-й армии на остров Барнхольм, Дании. До 1959 года продолжал службу в ВМФ. Жил в Ленинграде. Умер 3 января 1979 года. Похоронен на Казанском кладбище в городе Пушкин. Имя героя увековечено в мемориале воинам-катерникам в Севастопольской гавани Балтийска. На мемориальной доске на Аллее Славы в Кронштадте и на памятной плите в сквере Туликам-героям на проспекте Ленина в Туле. Информация о подвиге. За участие в 123 походах и потоплении в 1943-1944 годах торпедными катерами под его командованием 10 кораблей противника. Отличное выполнение заданий, героизм и отвагу в боях с врагом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года капитану 3-го ранга Тихонову Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награды. Орден Ленина. 3 Ордена Красного Знамени. Орден Ушакова 2-й степени. Орден Отечественной войны 1-й степени, Орден Красной Звезды, медали.